Привет, меня зовут Александр Иванов, и я преподаватель тестирования в Академии ШАГ. На данный момент я ведущий специалист в некоторых компаниях. Я также работал в Hewlett-Packard, в Комодо и некоторых серьезных российских компаниях. Программа у нас очень большая, она охватывает очень много моментов. Это и просто тестирование, самое банальное тестирование, автоматизация обязательно, базы данных, программирование, основа программирования, администрирование. То есть, и выйдя с наших курсов, вы получаете колоссальный просто охват знаний. Фишка моего курса – это очень-очень много практики. Дело в том, что я практик. Я практикующий тестировщик, я практикующий специалист. Я знаю, что сейчас происходит в данной сфере. И я буду давать то, что вам понадобится вот в данный момент, в данном месте, для того, чтобы хорошо работать и устроиться на хорошую работу. То есть я буду давать много практики. Сразу говорю, будет очень много практики. Вам надо прийти на собеседование, пообщаться с нашим специалистом, и все. Наш курс длится немножко меньше года. После того, как вы закончите обучение, вы сможете работать в хороших компаниях, в любых одесских, не только в одесских, но и украинских. Мои студенты сейчас работают уже в украинских компаниях, и даже пару человек уже уехало в Европу работать. По окончании нашего курса вы сможете, могу сказать честно, вы сможете работать в любой компании. Для кого этот курс? Этот курс для тех, кто хочет попасть в индустрию, ворваться в IT-индустрию. Это курс для тех, кто хочет поменять свою жизнь и стать айтишником. Я вас приглашаю к нам на курс тестирования. У нас очень интересный курс, где будет очень много практики, это я уже говорил. Вы вольетесь в IT-сферу, можно сказать, даже не то, что вы вольетесь, вы влетите в эту IT-сферу, и все будет очень супер.